Всем привет, с вами я снова Диана, и это третий раз, когда я пытаюсь записать это видео, и я не знаю, о чем я говорю. И да, я не умерла, я тут, живая. Давайте начнем. Начнем с того, почему у меня не было в интернете так долго. Я учусь. Да, прикиньте, я учусь. И... все очень сложно, все очень тяжело. Эта неделя была вообще ужасная. Я спала каждый день 12 часов и просыпалась в 7, опаздывала почти в школу. После школы у меня были какие-то спортивные занятия. Я приходила домой, я спала, я просыпалась, делала уроки, и опять все это заново. Это было очень-очень неприятно. Но я тут, и я хочу с вами поделиться какими-то советами, как я делаю свою школу для себя легче, потому что на дворе 21 сентября. Пожалуйста, я хочу, чтобы мы уделили момент, посмотрели на мой чехол. Я такой патриот, я просто сама собой горжусь. Я не знаю, почему тут хаски. Я уверена, что там должен быть медведь. Но давайте просто упустим это. Да. Мне нравится мой чехол. Я, конечно, выдаю себя очень много теперь, но это не важно. Так вот, давайте продолжим. Я знаю, что многие из вас пошли на работу, на учебу, в школу, в институт, куда угодно. И это очень тяжело. После двух месяцев каникул возвращаться в школу и все это сделать заново, это ужасно. Я знаю. Это очень непривычно, это очень тяжело подстроиться как бы к этому всему. Но я расскажу вам несколько вещей, которые делают мои отношения с школой более-менее нормальными. Поэтому, да, давайте начнем. Еще я хочу, чтобы вы посмотрели на мою кружку. Пусан — это мой любимый город. Я не знаю почему, но, в общем-то, она очень красивая. Еще тут пляж, мост и пляж Хёнде, где я живу. Ну, то есть он в 10 минутах. Я сейчас буду идти вообще без порядка какого-либо, без значимости какой-либо, но потому что я не пишу уже больше никакие скрипты для своих видео, и это очень плохо, я знаю, но я пытаюсь уложиться время, потому что сейчас на часах 6 часов вечера. В 7 часов вечера садится солнце, и я не могу снимать, потому что... да, поэтому давайте просто забудем это и перейдем в видео. Меня кто-то спрашивал на Аске, как я вообще хожу в школу, и что меня заставляет не забить на это все, потому что, ну, естественно, сейчас никого рядом у меня нет, никто не следит за тем, делаю ли я уроки, встаю ли я вовремя, ложусь ли я вовремя, и как бы это прекрасно на самом деле, с одной стороны. Но с другой стороны, вот у меня есть свобода, что я могу не пойти в школу, сказать, что я заболела, и никто не узнает. Поэтому, да, как я вообще это делаю? Единственная, наверное, причина — это то, что мне самой нравится учиться, как бы это сейчас странно не звучало, но мне нравится получать какие-то знания и быть умнее, что ли. Мне нравится поворачиваться на все то, что я выучила, и думать, вау, круто, я знаю что-то, что какая-то часть людей не знает. И это на самом деле прикольно, мне это нравится. Еще кое-что — это то, что я совсем не хочу разочаровать своих родителей, и я не представляю вообще, как можно так настолько мне доверять, чтобы отправить меня в чужую страну, отставить меня жить одной, ходить в школу, делать уроки, убираться и просто доверять мне, в общем. Я очень безумно это ценю, и я не хочу никак, чтобы мои родители как-то во мне разочаровались или перестали мне доверять настолько, насколько они доверяют мне сейчас. Поэтому это еще одна причина, почему я стараюсь очень сильно учиться хорошо. И, конечно, третья, наверное, самая базовая причина, это я хочу поступить в хороший институт. Университет. Это новое слово, ребят. Я хотела сказать университет, а потом хотела сказать институт. По-русски не ля-ля. Так что да. Я хочу поступить в хороший университет. И да, иногда школа может быть ужасной.
я не знаю, может быть, вас кто-то обижает в школе, может быть, вас учителя ненавидят, может быть, вам просто не нравится учиться, это не для вас. И такие люди бывают, я знаю. Но школа — это не просто место, где вы получаете знания, я считаю. Это какой-то, знаете, период жизни, когда вас просто учат всему, что вам понадобится на протяжении всей жизни. Школу не выбирают. То есть, если институт, факультет, вы можете выбрать, какие вам нужны уроки, не уроки. Работу вы тоже можете выбрать. Но школу ее просто не выбирают, и вы просто учите то, что сказано, нужно учить. И это ужасно, я понимаю. В Америке и вот в школе, где я учусь, совершенно другая система. И, наверное, это то, почему я так люблю мою школу. В том плане, что, да, конечно, мне печально очень много раз, что нужно возвращаться в школу в понедельник, что нужно ходить на уроки, но более-менее по сравнению с тем, что было в России. Почему? Я, наверное, вам уже миллион раз говорила, что в моей школе мы выбираем сами свое расписание. Поэтому, да, в моем случае это все очень гораздо проще, потому что я сама тоже выбираю для себя свои уроки. Конечно, есть случаи, где я не могу вообще ничего выбрать, но у меня есть хоть какой-то выбор вообще во всей этой ситуации. Вы — это люди, которые получают знания, которые будут использовать эти знания на протяжении всей своей жизни, дальше в колледже, дальше в институте, дальше на работе. Вы имеете полное право поговорить с учителями и сказать: «Знаете, я вас уважаю очень сильно, как взрослого человека, я не хочу никак вас обидеть, но мне не нравится, как вы преподаете предмет». Все просто. Можно сказать: может быть, вы можете сделать вот это вместо вот этого. И я это говорю не потому, что я ненавижу этот урок, или потому, что я не хочу учиться, а потому, что я хочу, чтобы школа для меня была немножко легче, чтобы уроки были немножко интереснее. И я знаю, это очень тяжело, при том, что какие у нас учителя в школе, но, опять-таки, пожалуйста, просите своих родителей помочь, потому что мы живем с вами в таком мире, где люди нашего возраста, они не имеют вообще ничего, никакого голоса в этом обществе. И это ужасно, это просто, я не знаю. Бывают моменты, когда я прихожу в магазин, и меня отказывают просто обслуживать, нормально обслуживать, как всех остальных людей, только потому что мне нет 18. Это ужасно. В Корее такого вообще не происходит. Я не хочу сейчас говорить о том, как я не люблю Россию, потому что, естественно, я ее люблю. Это просто проблема общества, с которой нужно бороться, и я не знаю. Так что да, разговаривайте со своими учителями, разговаривайте со своими родителями, если вы хотите что-то изменить в своем образовании, в том, как вы получаете информацию. Следующее будет, наверное, найдите себе друзей. Я знаю, это немножко неправильно, с одной стороны, потому что я сама иногда люблю побыть одна, и я знаю безумное количество людей, которые интроверты сами по себе, которые не любят общаться с большим количеством людей, которые приходят в школу только чтобы отсидеть и уйти туда. Я знаю таких людей, и это нормально. Если вам так хорошо, то ладно. Но, допустим, для меня это очень важно прийти в школу и знать, что там есть люди, с которыми я могу поговорить о каких-то вещах, не на уровне, как у тебя дела, что нового, а что-то обсудить, что происходит в этом мире сейчас, или поговорить о уроках на самом деле. Да, я знаю, я звучу сейчас как полный ботан, но это так. Я правда прихожу в школу, и я разговариваю с своими одноклассницами по поводу книжки, которую мы читали по литературе. Да, я такая, извиняйте. Так что для меня это очень важно, не знаю, как для вас, но если вы приходите в школу, и там есть люди, с кем вам приятно общаться, то это уже плюс, это уже делает ее более-менее как-то легче, чем она была изначально. У меня в школе есть различные спортивные команды. Команда по волейболу, команда по баскетболу, команда по футболу. Уже на протяжении 2 лет я играю в команде по футболу. В этом году я решила попробовать баскетбол. И пока мне нравится, и безумно весело, очень тяжело, у меня сейчас все болит. И это еще одна причина, по которой я рада идти в школу, потому что после последнего урока я понимаю: блин, у меня баскетбол, или блин, у меня футбол. И как-то настроение поднимается, я не знаю. Я знаю, что это немножко тяжелее в России, чем оно тут, но в моей прошлой школе у нас тоже
были две команды по баскетболу и по волейболу. Запишитесь, если вы можете, потому что я не любитель джимов, я не любитель этих всех тренажеров, тренажерных залов. Я просто не понимаю их. Я уверена, что это отличный способ вести здоровую жизнь, как-то следить за своим внешним видом. Но играть в баскетбол, играть в футбол, мне это нравится просто больше. И я извиняюсь, что свет меняется слишком часто в этом видео. Давайте забудем это. Но да, мне это гораздо больше нравится, и потому что это веселее, потому что я провожу еще больше времени со своими одноклассницами, с людьми, которым мне интересно проводить время. И да, мне нравится все это. Четвертое, наверное, я скажу, это не воспринимайте все всерьез. Я не знаю, насколько это правильный совет для вас, но школа — это не конец света. Школа — это даже не начало вашей жизни. Школа — это то, через что нужно пройти и потом забыть или отложить для себя что-то приятное. Допустим, я учусь уже в 11 классе, и следующий год — это последний год. И как бы я ни была рада, что я пойду куда-то дальше, да, по своей жизни, что я буду немножко ближе к тем каким-то желаниям, которые я хочу исполнить, но это немножко грустно, что я покину своих одноклассниц, покину людей, с которыми я хорошо очень общаюсь сейчас. И мы разговаривали недавно, и я очень хочу, например, чтобы мы встретились еще через год, через два, чтобы мы поддерживали какой-то контакт. И для меня это очень важно, потому что это люди, с которыми я провела уже 3 года своей жизни, и как-никак мы стали ближе, и как-никак у нас есть много очень замечательных моментов. Есть, конечно, неприятные моменты, но плюс есть, наверное, 2 учителя, которые ушли с нашей школы и уехали в Америку. Один уехал в Америку, другой сейчас учится, преподает в ДГУ. Я по ним обоим безумно скучаю. Я не знаю, они были замечательные учителя. И не просто учителя, а как, знаете, кто тебе помогал множество раз. Для меня это очень приятно и важно поддерживать такие отношения с учителями. Потому что ты без понятия, ты не знаешь, кто окажется в твоей жизни через 10 лет, через 15 лет, через 20 лет. Может быть, этот учитель в итоге окажется твоим боссом. Или, может быть, эта девочка, которую ты так ненавидишь, окажется твоим боссом тоже. Поддержите хорошие отношения с учителями, они тоже люди, они тоже делают безумное количество ошибок, но... А кто нет? Я считаю, что школа... Она может быть такой, какой ты ее сделаешь. Если ты сделаешь ее скучной, она будет скучной. Если ты сделаешь ужасной, она будет ужасной. Есть безумное количество факторов, конечно, которые от тебя самого не зависят. Но если ты стараешься делать что-то лучше, делать свою жизнь лучше, если ты работаешь над собой, если ты пытаешься, хочешь, и ты относишься к людям, как ты хочешь, чтобы они относились к тебе, я считаю, что все возможно, что нет пределов вообще, и что у тебя все будет хорошо. Спасибо вам большое, что вы меня спрашивали, как у меня дела вообще, желали мне хорошего дня, доброго утра. Это безумно, безумно приятно, и, наверное, это еще одна причина, по которой я шла в школу с хорошим настроением, потому что вы мне с утра желали приятного дня, доброго утра. Это очень важно для меня, и спасибо вам. Так что да, я вас очень сильно люблю, и надеюсь, это видео было не очень таким бла-ла-ла. Надеюсь, вы что-то из этого вынесли, и надеюсь, я вам как-то помогла вообще. Я надеюсь, что мы увидимся через неделю. И скажите, если вы хотите влог-вик. Но не сейчас, ближе, наверное, к середине октября, к концу октября. Потому что пока... Я не думаю, что что-то будет интересное в моей жизни происходить. Ну, так что да. Посмотрим. Я вас очень сильно люблю, и пока!